огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, который называется Валентина Валентина. И сегодня будет видео о моих покупках с магазина Second Hand. Начать я хотела с вот такой вот майки. Это Adidas. Кто смотрит давно, знает, что я помешана на Adidas. А если я вижу значок By Stella McCartney, это просто. Я обожаю ее линейку в этой фирме, потому что мне кажется, она придает какой-то более женственности и спортивным вещам. Ну а здесь такая вот надпись, тем более на груди, да, с By Stella McCartney, как можно без него такой вещи пройти. Следующая вещь может показаться немножко странноватой. Это вот такое вот платье мятного цвета с авангардным рисунком по низу. Я просто влюбилась в это сочетание цветов, и носить я его буду уже вот-вот, как только потеплеет, вместе с черной кожаной курткой однотонной и кроссовками. Скорее всего, это будет Adidas Superstar. Мне кажется, в таком вот сочетании это будет самое выигрышное. Я давно говорила, что очень хочу джинсы Levi's, модель мамы джинсы. Вместо моей маме удалось найти такие, правда, она купила их себе. Мне их она дала только на поездку в Египет, и я и должна буду их вот вернуть, когда она приедет с Харькова. Но я все-таки верю, что мне тоже удастся мне такие же джинсы, такого качества, с такой вот богатой фурнитурой. Казалось бы, маленькие детали, но все это настолько лаконично и качественно выполнено. Это лучшая видели мой лук с вот такой вот белой футболкой. Сверху она абсолютно обычная, без каких-то там деталей, но начиная чуть выше талии зоны, здесь вот такие вот два разреза. Эта футболка просто фурор. Я ее купила за 25 гривен. И, честно, не посмотрела даже на то, что это синтетика. Хотя я противник синтетики, я всегда за натуральные ткани. Но мимо вот этой вещи пройти, это невозможно. Подобную такую вот майку я купила в Хумане за 11 гривен еще летом. Я долго не могла понять, с чем ее носить. То ли сочетать ее с джинсами, то ли одевать ее на платье, то ли на юбку. В общем, думала, пока не начала собираться в Египет и не поняла, что вот же это идеальное сочетание вместе с этим купальником. Купальник тоже из Second Hand, это вот такая вот вязка крючком, расшитые бисером и ракушками. Просто сочетание на загорелом теле небесно-голубого цвета – это волшебно. И я могу вам сказать, что вот этот вот образ был, наверное, одним из самых уникальных у меня. Если уже так пошли по пляжу, я вам покажу свои купальники. Этот купальник я купила Линитом за 80 гривен. Во-первых, здесь королевский синий цвет. Он для блондинок, ну, в принципе, я блондинка, поэтому мне кажется, что для блондинок, но я думаю, и брюнетка, например, очень красиво. Трусики с высокой посадкой, очень высокой. Мне это нравится безумно, но моему молодому человеку не нравится, мне нравится низкая посадка. Фирма какая-то, если вам не известна, Акустик. Что касается качества, то качество, в принципе, довольно-таки неплохое. Все-таки, сколько я ни говорила, наши вещи, которые на рынке представлены, купальники, да, с таким качеством мы не найдем здесь уж точно. Еще два купальника по 25 гривен. Вот такой вот черный стиль граффити с этой стилькой. И такой же модель, только вот такой вот темно-синий с белой надписью «Полечка». Очень удобный для ныряния на риф, это вообще самое то. Вот за этот купальник я выслушала массу комплиментов. Вот такой вот верх сделан из рюшиков. Но смотрите, видите, даже если вы там прыгаете в бассейн, либо там с трамплина, не пугайтесь, внизу идет подкладка из резинки, которая не допустит того, чтобы ваша грудь оголилась. Ну а трусики здесь более лаконичные, они просто вот в таком вот кружевном цвете. В синем цвете кружевной фактуры.
вот это платье, казалось бы, такое простое серое платье с синими цветами. Но за счет вот этого вот низа с такими вот с оборочками, с рюшами, я его очень полюбила и даже носила несколько раз его одевала. Хотя бы на Египет я брала себе одежду так, чтобы у меня каждый там выход на обед, завтрак либо ужин всегда было что-то новенькое. А это платье было весь важно. Конечно же, в курсе, что сейчас очень популярны вот такие вот перекрестные нити, очень модно шнуровка, и я тоже не могла пройти мимо, сделаю такую спинную нитку. Вообще это должно быть на спине, но я буду носить ее вот так вот внутри, я буду носить ее вот так вот на груди. Здесь идет полупрозрачная ткань и вот такая вот нитка люрекса. Ну, конечно, можно его и на купальник одевать будет, но я думаю, будет красиво на каком-то платье комбинации сверху смотреться. Тоже из приобретения последний вот такой вот кроп-топ на резинке, чтобы руки плечики были оголенные. Я надеюсь, что плечи закачаются в пресс, будет красиво смотреться, если нет, я не хочу говорить, если нет, но все-таки если такое произойдет, то, конечно, это с другой посадкой висит. И последняя вещь из этого обзорчика, это вот такой вот свитшот цвета пинг с нашивками, которые сейчас очень актуальны в этом сезоне. У меня есть подобный в бордовом цвете, но мне захотелось чего-то такого нежного, тем более на загорелом теле, вот смотрится круто. На этом моя покупка заканчивается. Сейчас отвечу такой на небольшой вопрос, который часто у меня в комментариях встречается. Куда я одеваю свои вещи? Да, девочки, у меня очень много вещей, но я не захламляюсь, я стараюсь проводить ребрендинг очень часто, практически каждую неделю, и вещи, которые я уже не ношу, продаваются на моей страничке ВКонтакте. Ссылка на нее будет в инфобоксе, кому интересно, можете зайти и посмотреть. И маленькая-маленькая просьба для тех, кто досмотрел до конца, девчонки, напишите, пожалуйста, с какого вы города, мне очень интересно узнать. Для моего анализа, может быть, заговорилась. Спасибо всем, кто оставался на канале, спасибо всем, кто посмотрел.